теперь для меня каждый день праздник. Хозяйка в доме появилась. Тут Федотка не промахнулся. Ульянка девка проворная, молодец. Ну что, соколики, сидим? Сидим. Пустил стрелу младший брат. Младший. И упала стрела в грязное болото. Вот тебе как. Не мешай. И подхватила ее стрелу лягушка-квакушка. Принес он лягушку домой и говорит: что делать, батюшка, решай. У Евлампия тоже три сына, если Федотку не считать. Так может и нам стрельнуть? Ну, Маланья, голова баранья. Я согласна. Их! Куда ты стреляешь, ворона? Там ведь лес. Так глаза-то завязаны. Теперь ищи ее там. Стрелу жалко. Невеста, баба, жених, жаба. Жабенок, Вася. Жабенок, он же мужик. Уа! 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 Он что, так и будет? Шквакало. Агафья не стерпела. Схватила лягушку, бросила в окно. Уа! И превратилась эта лягушка в Пашку Квакина. А где лягушка? Родные мои земляки, я весь ваш, я Квакин. А вот бумага. На этой бумаге печать и подпись губернатора. Что это значит? Правильно, власть. Хочу казню, хочу милую. И с этого дня я ваш царь и бог, отец ваш и мать ваша. Разойдись! Взяли они лягушачью шкуру. Жабенка. Бросили ее в печь и сожгли. Тут Пашка заходит в избу. Ни здравствуйте, никак. Шлепот по чистым половикам в горницу. Снимает свою муницию и лезет на девичью постель. Агафья, где невеста? Чья? Дурочка, строишь? Ваня, Ваня, не надо. Ну, я вам покажу. Я вам... С кем воюешь, герой? Это же документ мой. Ну, хорек. А тут в раз война. Всех рубят под метелку и на фронт. Моих тоже. Скажу так, девоньки,
держава наша на меня не в обиде. Иван, Степан, Тимофей. Эти у меня артиллерия. Федотка, этот пехота. А жабенок отвертелся. И слушок по деревне ходит. Будто доктора виноваты. То ли плоскостопие, то ли кровь не та. Ну, не как у людей. Одним словом забраковали. Спалить мне избу, змей! Живой твой Федотка, карты говорят, домой едет. А как там мои? Твои? Твои воюют. Их! Ну, так дело не пойдет. Вылезай. Девки, ой. С приездом. Кашу варите, стратеги. Вася, сегодня у нас что, суббота? Суббота, сосед. Тогда бегом в баню. Я читаю. Ну, Паша. Да. Айда, Паша, попаримся. У меня банька злая, жар с хвостком, а водичка, как шелк, ласковая. Я готов? Ого. Ну ты и поросенок, Пашка. Ну, как банька? Агафья схватила Пашкину одежду, проверила, документ здесь, и горено ярким пламенем бросила в печь. Это туда же. Ёк-макарёк, пропала баня. Отвечай, диверсант, зачем боеприпасы-то в печь бросила? А затем, чтобы людей не пужало и в баню с полотенцем бегал налегке. А напоследок я скажу. Сидел у меня сосед Василий, а я слышу, мальчонка орёт. Дедушка Евлампий, крепись, твои сыновья домой едут. Ух ты! Ну, думаю, все. 3 дни, и баня будет стоять.